Официальная дата создания Собр-Булат – 5 марта 1993 года. На протяжении 26 лет все специальные операции по пресечению деятельности преступных групп, захвату вооруженных рецидивистов и освобождению заложников на территории Подмосковья проводились с участием Булата. Собровцы традиционно обеспечивают безопасность на международных мероприятиях. Так именно они несли службу на чемпионате мира по футболу 2018. Специальные отряды быстрого реагирования в год осуществляют до 1500 боевых выездов. Неоднократно эти крепкие, мужественные люди отправлялись в служебные командировки на Северный Кавказ. Здесь свято хранят славные традиции своего подразделения. В очередной день рождения отряда «Булат» его командиры и бойцы вместе с ветеранами и юноармейцами после торжественного построения возложили цветы к памятнику боевой славы. Сегодня день рождения замечательного подразделения, легендарного, я бы сказал, подразделения, высокопрофессионального подразделения, отряда специального быстрого реагирования «Булат». Организационно он входит в состав Росгвардии Московской области, Главного управления. Ровно 26 лет назад этот отряд был образован. В «Булате» служат только офицеры. Все они имеют по несколько государственных наград. В подразделении проходили службу четверо героев России. Свыше 160 кавалеров орденов мужества. Более 30 бойцов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени». 300 сотрудников – медалью «За отвагу». Мой итог, он простой, как у любого командира. За это время мы не потеряли ни одного бойца. У нас не было ни одного преступления уголовного, вот, и мы выполнили все служебно-боевые задачи без срывов. Поэтому некое удовлетворение у меня как командира, оно присутствует на данном празднике. Торжественное мероприятие было завершено награждением многих и многих собровцев правительственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами, вручением очередных офицерских званий. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».